Шиншоу. И сейчас попытаюсь назвать правильное название на китайском кубика. Суджие. Ну, типа что-то этого. Шиншоу — это один из дешевых кубиков. Линейка есть у них таких дешевых кубиков. Очень дешевых. Вот. Кубик сделан качественно. Несмотря на то, что он дешевый, крутится отлично. Даже я немного офигел, так как он вот чуть-чуть, вот даже вот угол чуть-чуть режет. Но локапит, конечно, если чуть больше делаешь положенного. Но прикол в том, что он режет угол. Это что-то с чем-то для такого дешевого кубика, и даже не знаю. Для скоростной сборки, конечно, этот кубик не подойдет, так как, ну, локапит он, если быстро его собирать. Хотя сейчас попробуем пиф-паф сделать. Да, он даже вот что-то вот так, не сильно быстро, но даже пиф-паф на нем можно. О, разогнался. Так вот, если вот приловчиться, можно даже и быстро на нем пиф-пафы делать. А если его еще смазать, так как он у меня не смазан, я его с коробки не смазывал. Я кубик этот взял, чтобы с него сделать судоку куб, то есть ободрать наклейки и наклеить наклейки с циферками. Поэтому его не смазывал, чтобы силикон мне при наклейке стикеров циферками, то есть наклеек, не мешал им, чтобы нормально наклеились, чтобы там он не попал и хреново потом не приклеилось. Поэтому я его не смазывал. А если его смазать, то вообще будет летать. Так что кубик классный, обалденный. Для начинающих самое то, что нужно. Для скоростной сборки, конечно, не подойдет. Если кто хочет заняться именно скоростной сборкой, то для начинающих у Шиншоу есть такой классный кубик Аврора, один из моих любимых, обалденный кубик, которым можно 12 секунд собирать легко. Этим, конечно, так быстро не соберешь, но если вы просто хотите научиться кубик собирать и скоростной сборкой не заниматься вот для себя, или просто вот денег вам жалко, вот попробовать, как оно, ваше или не ваше, то этот кубик как раз именно для вас. Ссылка под видео. Если хотите приобрести такой качественный и недорогой кубик, то заказывайте. Да, про стикеры еще забыл сказать. Если вот не знаю, на камеру видно или нет. Вот. Но я думаю, что видно. Такие вот они вот шершавые стикеры. Никак на обычных кубиках. То есть стикеры не виниловые и скользящие, как на обычных кубиках, а какие-то такие немного шершавые. Ну, в принципе, на сборку это не влияет. Наоборот, кубик у вас как бы так вот с рук не выскользнет. Как бывает с обычными кубиками, когда вот быстро их собирать начинаешь, вот они могут немножко выскальзывать. Вот, в принципе, и все. Еще раз повторюсь, ссылка под видео. Переходите и заказывайте.